Здравствуйте, дорогие друзья! Огромные объемы неактуальной и ложной информации гуляют по интернету. И рядовому пользователю очень сложно в ней разобраться, а значит, применить на практике верное решение. В своем решении практических и трудовых задач люди полагаются на ошибочные методы и средства, которые в принципе не подкреплены практическим опытом и не оправданы массовым применением. Знания и незнания одинаково передаются от поколения к поколению в пределах одной семьи или круга друзей, и даже в пределах целых народов. Истина информации от родителей к детям очень важна для семьи в частности. Истина человека с самим собой необходима человеку ради жизненной гармонии и отсутствия в ней неразрешимых противоречий. Истина информации от правительства очень важна для общества, для отдельной семьи и для каждого гражданина в частности. Истина должна быть 100%, без искажения. Тогда массовая осознанность общества менее чем за одно поколение станет более 2/3 в нашем государстве. На этом сегодня все. Если у вас есть вопросы и предложения, пишите об этом в комментариях. Следующие выпуски будут создаваться на основе этих данных. Спасибо за внимание, друзья. До новых встреч!